Теперь подходит время нам, собственно, поговорить о церкви как о том месте, где совершается спасение человека. Мы уже видели, как устроена церковь с православной точки зрения, но теперь нам важно обратить внимание на роль церкви в жизни спасаемого христианина. И начнем мы с цитаты из Феофана-затворника, который пишет следующие слова. Господь наш, Иисус Христос, Бог и Спаситель, совершив на земле и же о нас божественное смотрение, вознесся на небеса и не спаслал от Отца Всесвятого Духа, потом с Ним, по благоволению Отца, через святых апостолов, устроил на земле святую церковь под своим главенством и в ней совместил все потребное для нашего спасения и жизни сообразной с тем. Так что теперь через церковь уже ищущие спасения получают от Бога и искупление с очищением грехов, и освящение с новой жизнью. В ней поданы нам все божественные силы для жизни и благочестия, и дарованы честные и великие обетования». И если мы в силу сего подщимся украситься всякой добродетелью, то нам безо всякого сомнения преподается обильно вход в Вечное Царство Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Святая церковь и есть новое человечество от нового родоначальника Христа Господа. Ну, вот Таких цитат можно привести огромное количество. Можно вспомнить такие очень яркие выражения Киприана Карфагенского, кому церковь не мать, тому Бог не отец и прочее. Православная церковь постоянно настаивает, постоянно подчеркивает, что спасение, возможно, спасение совершается только в церкви. Ну, мы, конечно, не будем спорить с этой мыслью. Христос спас именно церковь. И если человек заявляет о своей спасенности, но никоим образом не принадлежит к церкви, у нас, как и у протестантов, возникнет серьезное сомнение в спасенности этого человека. Но здесь немного другая ситуация. Здесь нам важно обратить внимание на то, что спасение получается именно от церкви. Церковь необходимый посредник, через которого спасение приходит в человеческую жизнь. Причем, если говорить о механизме, о том, что самое главное в этом посредничестве, то здесь мы тут же приходим к вопросу о таинствах. Мы с вами уже однажды касались этой темы, когда говорили о том, что новая природа, обоженная природа, приобретенная Христом природа благодаря его воплощению и потом крестной смерти, в каком-то смысле хранится в церкви, и в каком-то смысле человек получает доступ к этой природе через таинство крещения. Так вот, крещение и другие таинства – необходимые элементы для того, чтобы спасение приходило в человеческую жизнь. На самом деле мы можем выделить, по крайней мере, четыре ключевых таинства, которые работают в человеческой жизни для того, чтобы спасение для человека стало возможным. Мы потом чуть-чуть коснемся этого вопроса. Все эти таинства не гарантируют спасение человека. Участие в таинствах не делает спасение неизбежным, но, по крайней мере, присоединение к церкви и участие в таинствах делает спасение для человека возможным. Через крещение, Человек получает новую природу, или, может быть, как иногда говорят, лучшее семя новой природы. Это семя должно еще вырасти, это семя еще должно дать какие-то всходы и плоды, но само семя новой природы, сама потенциальная возможность дается человеку в крещении. Потом в таинстве миропомазания человеку даруется Дух Святой, благодать Духа Святого, которая дает силу вот к этому взращиванию новой природы, силу к правильному движению по христианскому пути. А в таинстве исповедания у человека удаляются грехи, которые отделяют его от церкви и которые являются препятствием для движения по этому пути. И в таинстве в человек получает питание для этой природы, вкушая истинную плоть, истинную кровь Иисуса Христа, и тем самым э, развивается. Так что крещение, миропомазание и периодическое участие в исповедании и в харистии дает человеку возможность получить спасение. Церковь ⁇ это не только еще и то место, где человек обретает новую природу. Церковь – это то место, где присутствует истинное учение. Вы помните, именно церковь хранительница всей полноты истины. Церковь – это то место, где особым образом действует Дух Святой, не так, как он бы действовал за пределами церкви, и поэтому сила, наставление, водительство от Духа Святого – все это с православной точки зрения человек получает только внутри, только в православной церкви. Еще чрезвычайно важный элемент жизни православного человека ⁇ это участие в православном богослужении. Православное богослужение небо на земле. Православное богослужение ⁇ это возможность для человека особым образом приобщиться к Божьей церкви. А знаете, есть очень интересная идея у некоторых православных богословов, касающаяся Евхаристии, центра православного богослужения. Евхаристия, да, вот когда берется хлеб, берется вино, и они связаны с телом и кровью Иисуса Христа. Так вот, есть такая любопытная идея, повторяемая многократно православными богословами, что на самом деле во Вселенной была только одна истинная Евхаристия. То, что Иисус сотворил когда-то со своими учениками. Еще прежде своего страдания, как говорит Лоски, не будучи побуждаем к этому внешними обстоятельствами, добровольно он дает ученикам свою плоть и дает ученикам свою кровь. И теперь, когда в какой-то церкви, в какой-то поместной общине совершается Евхаристия, это не некое независимое действие, а это участие в той же самой Евхаристии. И вся церковь всех времен и народов невидимым образом собирается в этой хижине. И именно в момент Евхаристии в полном смысле церковь и становится церковью. А, такая вот величественная, достаточно любопытная картина. Но тем не менее, вот эта вот причастность... Связанная с литургией причастность, связанная с Евхаристией, будет ли кто православный богослов говорить о такой модели, может чуть-чуть по-другому, но тем не менее она чрезвычайно важная часть жизни православного христианина. Если говорить о самой литургии, то это чрезвычайно сложное мероприятие, а вообще, православное богослужение, мы говорили, оно состоит из очень-очень очень многих элементов, но даже переходя к центру православного богослужения, собственно к литургии, к тому, что в конце концов сосредоточено в то, что в конце концов приводит к Евхаристии, даже здесь есть много различных сложностей. Если совсем коротко, то православная литургия состоит из трех частей. Из проскомедии, приготовления, мы о нем чуть-чуть попозже поговорим, потом так называемые литургии оглашенных или иногда ее называют литургией слова, и в это время читается Евангелие, читаются библейские тексты, читаются апостольские послания. Раньше в этот момент говорилась проповедь, хотя сейчас чуть-чуть традиции, может быть, меняются, и во многих храмах проповедь говорится не во время литургии оглашенных, а переносится в конец собрания и говорится после того, как все произошло. Но исторически проповедь звучала в этот момент. На литургии оглашенных могли присутствовать все. Потом, по древнецерковным обычаям, все, кто не имели права участвовать в Евхаристии, изгонялись из храма, они крещенные, отлученные и так далее. Все они изгонялись из храма, двери закрывались, и совершалась литургия верных, которая, в общем-то, сосредоточена на Евхаристии. Сейчас некие формальные возгласы провозглашаются во время богослужения, связанные с тем, что оглашенные должны покинуть собрание, и двери должны быть закрыты, но никто никуда не уходит, и двери не закрываются, просто это стало определенной формальностью. Ну, любопытно, мы уже про это говорили, что так уж устроена церковная жизнь, особенно православная церковная жизнь, что стоит какому-то элементу появиться, и этот элемент еще долго-долго-долго будет присутствовать в жизни церкви, даже когда уже внешняя обстановка переменилась, и даже когда, может быть, элемент потерял смысл, он как-то будет перетолковываться, но продолжать существовать. Вот так и это. Формально все делится, фактически не церковный народ никак не реагирует на разграничение между литургией оглашенных и литургией верных. Но прежде чем начинаются литургии оглашенных, происходит проскомедия, приготовление. В основном это происходит в алтаре за закрытыми царскими вратами. Я чуть-чуть коротко вам прочитаю о том, что там делается. Там, в алтаре, Иерей э, берет просфору. Просфора – это такой хлеб, 5 просфор используется э, для приготовления. Причем такой двухуровневый хлеб, говорящий о двух природах Христа. Помните, квасной хлеб, и мы с вами символизм уже обсуждали. Э, на, на нем э, есть сокращенная надпись «Иисус Христос победитель». Итак, Ирей берет в левую руку. Просфору для агнца, агнец это потом такой кусок, вынимаемый из хлеба, агничную просфору, обращая ее буквами ЕСХС к себе, а в правую копие, и трижды творит копием знамение креста над печатью просфоры, произнося каждый раз слова воспоминания Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Затем <космех> приступает к вырезанию из просфоры агнца. Режет с правой стороны печати со словами «Яко, очи на заколение ведесе». Режет с левой стороны со словами «Яко, агнец непорочен, прямо стригущим его безгласен, как они отверзают уст своих». Надрезает верхнюю сторону печати, произнося «В смирении его суд его взяться». Надрезает нижнюю сторону печати, произнося «Род же его, кто исповедь». Иерей надрезает просфору с нижней части и вынимает Агнец от надрезанных нижних и четырех внешних сторон ее, произнося «эков землица от земли живот его», затем полагает его в центре дискоса. После этого Агнец крестообразно надрезается с нижней стороны с произнесением слов «сжется Агнец Божий, внемляя греха мира за мирской живот и спасение». После этого священник прободает копьем правую сторону акция, произнося слова из Евангелия Таана «Э, «Един от воин копьем, ребра ему под ребре иаби, и обе, из зади кровь и вода, и видевые свидетельства, и истинные свидетельства его». По произнесению этих слов в потир вливается вино, смешанное с водой. Из второй богородичной просфоры вынимается частица в память Богородицы и полагается на дискос по правую сторону от Агнца. Из третьей девятичные просфоры вынимается девять частиц, помещаемых по левую сторону от Агнца, в память о девяти ангелах ангелов и одновременно также в память Иоанна Претечи, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бессеребренников, равноапостольных и составителей литургии. Из четвертой просфоры вынимаются две частицы в память живых и полагаются на диск ниже Арнца. Из пятой просфоры вынимаются частицы в память усопших и полагаются ниже частиц вынутых за живых. Затем вынимаются частицы из малых просфор, поданных заранее верующими. В это время читаются поминовения о здравии и спасении живых и о упокоении усопших. Вынутые частицы помещаются на с вместе с частицами из четвертой и пятой просфор. Частицы, вынутые из малых просфор, по окончании литургии опускаются священникам в потир со словами «А мы, Господи, греки, поминавшихся здесь кровью Твоей честную молитвами э, святых Твоих». На диск с вынутыми частицами устанавливается звездица, затем с потир покрываются отдельными покровцами, а поверх них больших покровом, воздухом. Устанавливается звезде, Установленная звездица помогает при этом сохранить порядок частиц. Затем Ирей или Дьякон кадят перед дарами. Иреем произносится молитва, в которой он от имени всех литургисающих просит Бога благословить предложенные дары, помянуть принадлежащих эти дары и за тех, и за кого они принесены, самого же его сделать достойным для священодействия. Длинное очень описание, я вам его специально прочитал, чтобы вы почувствовали, сложность православного богослужения. Это только один небольшой элемент всего, что делается во время литургии, причем, что любопытно, элемент, который люди даже не видят. То есть священник уходит за царские врата и там совершает все эти манипуляции, вырезая крестя, протыкая, перемещая, раскладывая и так далее. И все это необходимо для того, чтобы потом совершить евхаристию. И вот здесь мы, как протестанты, можем немного задуматься. Задуматься о чем? Ну, когда мы читаем описание первой вечери, сотворенной учени... с учениками Иисусом Христом, когда Он разделил хлеб, дал чашу после Пасхи то, конечно, первое вечере не выглядит таким сложнейшим мероприятием. И насколько мы можем судить, когда потом первая церковь помни наставление Иисуса Христа совершала это преломляя по домам хлеб, маловероятно, что тоже необходимо было такое сложнейшее, сложнейшее мероприятие с такими манипуляциями, с таким большим количеством элементов. А мы ведь только крохотную часть с вами прочитали. Но тем не менее, вот, чтобы все в православии было, чтобы все срабатывало, чтобы вот выразить православное понимание и того, что происходит, и так далее, здесь очень большой символизм, вот нужна все время вот эта вот сложность. И кажется, вроде бы без этой сложности, без такого сложного церемониала, будто бы Бог и не способен отвечать людям и общаться с ними. А здесь, конечно, есть важность для православных людей. Помните, вот эти частицы, вынимаемые и молитвы с этим связаны. Когда люди подают записки, ну, ну кто-то, кто православный опыт имеет, да, знаете, там подавали записки и за здравие и за упокой и так далее. Вот а, один из тех моментов, когда эти имена поминаются. Потом при аномнесис еще чуть позже <coughs> тоже есть поминание. Но в любом случае происходит чрезвычайно сложный ритуал и с одной стороны мы как протестанты испытываем некоторую растерянность а с другой стороны православные участвуя во всем этом ритуале ну, ощущают некую причастность к духовному к небесному к сакральному и не просто может быть ощущают но и по православному учению получают вот это вот приобщение ко всему сакральному так что с православной точки зрения церковь необходима. Необходима как подательница таинств, о таинствах мы еще будем говорить. Необходимо как небо на земле, как возможность быть причастными. Необходимо потому, что совершается повиновение это очень сильное повиновение во время литургии. Необходимо, чтобы вот ощутить такую божественную жизнь в себе. ТВ-семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Есть еще один вопрос, такой частный, но который мы должны задать, когда обсуждаем роль церкви спасения. Это возможно ли что-то за пределами церкви? Понятно, что в церкви всякая возможность спасения есть, но возможно ли с православной точки зрения что-нибудь, какое-нибудь спасительное действие для тех, которые к православной церкви не принадлежат? Официальная точка зрения такова. Этот документ, принятый Архирейским собором Православной Церкви в 2000 году, звучит так: Православная церковь устами святых отцов утверждает, что спасение может быть обретено лишь в церкви Христовой, но в то же время общины, отпавшие от единства с православием, никогда не рассматривались как полностью лишенные благодати Божией. Разрыв церковного общения неизбежно приводит к повреждению благодатной жизни, но не всегда к полному ее исчезновению в отделившихся общинах. Именно с этим связана практика приема в православную церковь, приходящих из инославных сообществ не только через таинство крещения. Несмотря на разрыв единения, остается некое неполное общение, служащее залогом возможности возвращения к единству в церкви, в кафолическую полноту и единство. Так что на уровне официальных документов православная церковь допускает некую благодать, ну, правда, не обязательно спасительную, за ее пределами, хотя на практике большая часть православных уверена, что те, кто в православии, те истинно спасаются, те, кто не вне православии, ничего у них доброго нет, и только гарантированная погибель. А протестанты ценят церковь, Протестанты согласны, что Господь спасает церковь. Протестанты уверены, что спасаемый человек обязательно принадлежит к церкви. Ну, за некоторым исключением, сейчас про всякие протестанты тоже бывают, но все-таки в норме протестантизм предполагает церковность, но в протестантизме не видится нужда необходимости столь сложного, ритуального, многокомпонентного, чрезвычайно символичного и заумного а, действия для того, чтобы все-таки спасение в человеческую жизнь ну, более-менее обоснованно пришло. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ семинарии.